Кирилл, вам нравится заправлять постель? Вам нравится заправлять постель? Да. Прикольно, да? Смотрите, вот он каждый день заправляет там постель. Сидит, умотался. Этот бро, посижу. Ребята, это последняя видеозапись, которую вы увидите в этом блоге. Это последняя видеозапись, которую вы увидите в этом блоге. Потому что больше вы ни хрена не увидите. Не переживай, в принципе, 38 температура, это еще не сильно. Да. Нереально, не могу. Мне очень холодно ногам. Зря, по-моему, я делал шорты. Ну ладно, ничего, ничего. Короче, как снимают блогеры, буду так снимать. Так, это было, короче. Приехали, блин, в Москву. Жесть. Нереально холодно. Короче, сейчас, ребята, мы находимся на Лихоборских буграх, если вам это о чем-нибудь говорит. Мы идем на самый лучший транспорт в мире. Автобус! Прошло 2 часа. Мы стоим, идем в автобус. Ну, на самом деле, прошло 10 минут. Это были самые мучительные 10 минут нашей жизни. Автобуса так и нету. Мы стоим на остановке. Как, они есть! Это не кажется, мы что-то делаем не так, потому что эти автобусы приезжают мимо нас. Значит, здравствуйте, дамы и господа. Мы идем к отелю. Вот, значит, покажи пейзаж. Покажи. Пейзаж, да? Пейзаж мне покажи. Я профессиональный видеоблогер. Вот. Идем отсюда. Ага. Собираю вещи. Вот, значит, такие дела. Да, ребята, я встал в 6 утра. Обычно в это время я только ложился. Да. Но я в это время встал. Это нормально. А все из-за кого? Вот из-за этого. Я сразу вспомнил шутку. Встал, потом встал я. У нас агресса собака, ребят. А я жрать буду. Пришли мы похавать. Пожрать. Вот, пожрать, да. Ну, вот. А вот закрыто. Еще 3 минуты будет закрыто. Мы стоим, ждем. Нам холодно. Жрать хотим. Мы замерзли. Нам жрать хотим. Мои друзья. И ни херня. Мы, короче, похавали. Ну, я еще не похавал, я блин остался. Ну, тоже не остался. И кофе. Ну, кстати, прикольно здесь кормят. Мы жрём муму, когда катились. Да. Это, конечно, тебе не ресторан. Не, на самом деле, это лучше, чем какой-нибудь KFC или Subway, от которого просто уже выносит. Ну, еще Subway еще нормально, а вот KFC и какой-нибудь Макдональдс, это просто... Да. Жесть, какие дела. Где, блин, просто посмотрите на эти глыбы, это не знаю, как это показать. Вот посмотрите, это просто жесть, их не поднимешь вообще, и они очень жесткие. Вот это минус, так нормально. Да. Так, в принципе, да. Так, ребята, мы находимся в московском кинотеатре, в Москва-Сити. Тут столько много людей, я так и не знаю, как я снимаю, просто не очень. Тут заканчивается сильно. Кислород, ребят, вы чувствуете? Вы знаете, сколько тут людей просто. Это, смотрите, это все живые люди, смотрите. Вот они все тут. Они смотрим, мы убрать из друзей, или как-то так. Да, кстати, фильм 18+, нам еле как удалось уговорить женщину. Ну, я, ё-мо, это да. Да, там такой Кирилл, да, всем привет, да, тут. Короче. Фильм планеша говно. Ну серьезно, просто какой бред. Я ставлю 4, нет, пожалуй, даже поставлю 6. 6 из 10 за то, что в таком стиле сделан фильм, а это... Да, это не знаю, мне не понравилось тем, что это просто весь фильм — это реклама. Реклама Фейсбука, скайпа, реклама. iMessage, реклама Маку. Мы пришли в туалет. Отлично, замечательно. Короче, фильм говно, ребят, значит полнейшее говно, просто ничем не заходит. Просто все сдохли. Никакого смысла. Мне был весь фильм, просто интересно, в чем вообще прикол, как это не умирают. А это же не объяснили, просто сдохли. Убийца оправдается, но не оправдался, просто
какой-то мистический дух всех убил. Нормально, нормально, знаешь. А. Духи в интернете, да? Не больно, мне это запарило уже, да? Господи, смотри, гейм, гейм. Смотри на камеру! Гейм! Это гейм. Это был гейм. Это был гейм. Москва такой крутой город. Да, о чем куда мы идем? Мы идем на Музеон. Октябрьская станция, метро. Меня встречаться с Жанки. А. Не знаю, вы помните или нет, при этом. 100% не помните. Я снимал всего лишь пару роликов. Это было год назад. Тогда вас было очень мало. И не только мало. Вы не помните, да? Вы, да, ну, вы не знаете, да? Да, до свидания. Здравствуйте, уважаемые зрители. Значит, идем мы... Как там себя зовут? Не, ник твой. Джанки, фараон, как угодно. Да хрен знает, короче. Ну вот, короче, гуляем по культурному месту. Йоу. А, нет. Есть какие-нибудь там рэперские эти? Нет. Вот, 360 камера. Вот. Правда, она не ровнее. Да. Но будут появляться видео и, как его, 360, да, сейчас посмотрим, короче, какие. Вот, идем на нас, на нас все смотрят такие, ну, вообще нормально. В принципе, погода тоже, заебись. Вот, как его, вот, спасибо, спасибо. Я, мне, в принципе, за это никто не платит, то, что я держу. Вот, короче, всякие тут статуи, ну, это, типа, красиво, да. Вот, типа, современное искусство, вот, все дела, паровозик. Да, что еще сказать? Куда мы идем? А, ну мы идем. А куда мы идем? Что мне говорить? Мы идем на кустарское место. Итак. Мы комментируем и на передаче. О, нет, нет, он подает передачу. И гол! Стоять. Стоять на цель. Удар. Промах, промах, удар. И гол. Напряженная игра. Нет. Нервы на пределе. Одно осталось. Вот это, вот это. Гол забивает Кирилл. Итак, первый раунд. Я почти что не играю. Я так же стоял и просто ждал. И срал. Там парень идет по автомату. Ну все, это 7-1, 7-1, смотрите. Конечно, если я проиграл Сергею, а ты проиграл Кириллу, то я самый лоб. Ну ладно, в принципе, игра была интересная. Мне было легко. Да. Я был, просто сторона везучая. Я просто подался. Я просто сторона везучая, понимаете? Да. Сторона везучая. Да. Знаешь, я включаю все время камеру, когда мы идем в метро. Я, чтобы весь блок получится, мы идем в метро. Мы идем в метро, а мы идем в метро. Ну, потом мы опять идем в метро. Да, да. И вот, мы идем в метро. Только знаешь, ну как бы ты говоришь, потом мы идем в метро. А у нас это все всегда, то есть мы все время идем в метро. Мы идем в метро. Идем в метро. Мы идем в метро. О, метро. Метро, М. Метро. Пока. Пока, метро. Да. Ну, а вот потом мы встретимся, мы снова в метро.